Китайская компания Чанган начинает продажу нового кроссовера Unity для России. Новинка с эффектным дизайном будет доступна в двух комплектациях с безальтернативной силовой установкой и передним приводом. Чанган является рекордсменом среди китайских компаний в России. Представленная у нас гамма включает сразу 11 разных моделей. Кроссовер Unity был представлен в 2020 году и является первенством дизайнерского семейства Uni. В таком же стиле, например, выполнен UniK и UniV. По размерам кроссовер является одноклассником таких моделей, как Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Длина 4515 мм, ширина 1870 мм, высота 1565 мм. Колесная база составляет 2710 мм. Несмотря на то, что у кроссовера только передний привод, сзади стоит многорычажная подвеска. Unity оснащается турбочетверкой объемом 1,5 литра, работающей на 92-м бензине. В Китае он выдает 188 лошадиных сил и 300 ньютон-метров. В российской версии двигателя форсировали до 167 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. Коробка передач – китайский семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Начальное исполнение люкса оборудовано полностью светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колесными дисками, четырьмя подушками безопасности, ESP, обивкой сидений кожзамом, двумя экранами на передней панели по 10,3 дюйма каждый, люком, камерой заднего вида, задним парктроником, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, круиз-контролем и датчиком света. Рекомендованная розничная цена данного исполнения – 2 миллиона 720 тысяч рублей. Топовой комплектации ТЭК внешне отличается 20-дюймовыми колесами, дополнительными хромированными элементами на кузове и панорамной крышей. В оснащении также добавлены занавески безопасности, адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов, встроенный видеорегистратор, электропривод передних сидений, камеры кругового обзора, передний парктроник, автопарковщик, сервопривод пятой двери и датчик дождя. Цена комплектации ТЭК составляет 2 миллиона 820 тысяч рублей. Дилеры уже принимают заказы на машину, а поставки в автосалоны ожидаются в ближайшие недели. Друзья, как вам оснащение цены такого стильного переднеприводного кроссовера? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.